Ладно, всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать и показать, как можно приготовить горячие бутерброды. Поехали! Мы приготовили все ингредиенты для наших горячих бутербродов. Это докторская колбаса, копченая колбаса, масло сливочное, кусочки белого хлеба, пол маленького стакана молока, одно яйцо, миска, в которой мы будем окунать наши бутербродики, сырок и сахар. Потому что я очень люблю еще горячие бутерброды с сахаром. Ну и, конечно же, как же без музычки. Музычка поднимает настроение. И еще для поджаристой корочки нам понадобится, конечно же, сковородка. Ой, меня забыли. Это же наш самый главный дегустатор, который ест все еще до того, как еще не надо есть. Разогреваем плиту. Кладем масло в сковородку. Пока у нас масло тает на сковородке, мы будем мешать ингредиенты. Разбиваем яйцо. Взбиваем яйцо и добавляем молоко. Добавляем 3 столовые ложки молока. Мы добавили 3 столовые ложки молока и теперь взбиваем. Обмакиваем хлеб с двух сторон. И сразу же кладем на сковородку. Так продолжаем со всеми. Коля, это вкуснотища готова будет. А? Я уже кусить хотел. А, мы сейчас вам съем. Они у нас подрумяниваются, и теперь можно их переворачивать. Дам колбасу. Close your eyes. 2 оставила я себе для сахара, теперь посыпаем колбаску сыром. Я люблю сыра побольше. Накрываем крышкой и снимаем с плиты. Теперь ждем 2-3 минуты, чтобы сыр у нас расплавился. И еще я забыла сказать, я просто не люблю делать горячие бутерброды с помидорами, но вы можете туда добавить еще помидоры. Я достала бутерброды, которые без колбасы и сыра. Сейчас я их буду посыпать сахаром. Я люблю побольше. Я не Вика, если я не люблю много. Вика, когда мы уже будем кушать? У меня сейчас уже язык свои зубы съесть. И он еще съест мои глаза, и мою золотую пимпочку, и мои ножки. Да можно я уже их съем? Вот такие прелестные бутербродики у нас получились. Ням-ням уже откусил несколько, но ничего страшного. Вот, допустим, здесь колбаска откусила. Всем приятного аппетита. Готовьте по моему рецепту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите много-много комментариев. Всех люблю, целую.